Сезон купаний в обновленном бассейне «Динамо» открыт. Волокжане уже оценили удобство и преимущества самого современного бассейна в городе. Подробности в нашем следующем материале. Сегодня посетители бассейна «Динамо» – это все желающие волокжане, которые, купив билет, могут поплавать в обновленном бассейне. Спортивный объект после полной реконструкции открылся в преддверии Дня города. Сейчас условия здесь кардинально изменились. Установлено новое оборудование, система очистки воды, вентиляция. И посетители довольны. Ощущения отличные, ждали долго. Буду худеть и плавать, и красоту не вычесть. Светлана Ордина уверена, что теперь она здесь будет бывать чаще. Лето – самое удобное время для посещения бассейна. Свободный бассейн, удобные раздевалки, душевая, бассейн для малышей. Все, чтобы хорошо использовать для здоровья, провести время. А вот с осени здесь будет более плотный график. Начнутся занятия сразу нескольких спортивных групп. Бассейн способен принимать сначала с 8 утра и до 22 часов вечера. То есть это занятия, которые будут организованы в составе групп. И свободный доступ. Помимо этого у нас открывается малая ванна для занятий детей дошкольного возраста с 2 лет. Это также с 1 сентября будет организовано занятие с тренером-инструктором. Это тоже определенный плюс. Но мы считаем, при тех возможностях, условиях, которые есть сегодня в бассейне, мы можем ежедневно принимать до 1500 занимающихся. Здесь будут заниматься ребята отделения плавания детской спортивной школы «Спартак». Это уже группы начальной подготовки и учебно-тренировочные группы. Здесь же будут проходить тренировки сборной города по плаванию и, конечно, группы для новичков. Записаться в них можно по адресу улица Пушкинская, 43. Ну а пока в свободной продаже билеты на часовое посещение бассейна. Билеты взрослые 250 рублей, детские до 14 лет 150. По карте забота 200 рублей, ну и по федеральным законам и местным постановлениям категории граждан, это участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех уровней, многодетные семьи, дети-сироты, детские дома бесплатные. В рамках городской программы «Вологда Апгрейд» в Вологде планируется строительство еще 3 бассейнов. Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. Уже известно, что они разместятся в районе улиц Конева, Фрезеновской и Пугачева. Александра Шер, Антон Лукьянов, «Вологда Портал».